Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Культурный центр «Светлица» в рамках проектов «Клуб русской культуры» и «Ремесленный городок» приглашает вас на первую встречу нового сезона – лекцию «Скрытое русское слово». Рассказ пойдет об одном из тайных условных языков и его носителях – русских ремесленниках. Лекция будет полезна всем, кто интересуется языкознанием, фольклористикой, этнографией, ремеслом, историей и культурой. Лектор – Павел Сакирко, собиратель условных языков ремесленников Ульяновской области. Участие бесплатно. 24 сентября, начало в 14:00. Межвузовский гуманитарный музейный центр, улица Академика Павлова, 1. А какой он ваш круг общения? Галерея «Виктория» представляет. Все знают, что стоящих книг очень много, а времени читать у современного горожанина почти нет. Творческое объединение неравнодушных самарцев решило помочь всем занятым, но жаждущим знаний. Сергей Кривчиков, директор креативного агентства, Михаил Савченко, директор музея «Модерна», и Полина Кузнецова, главный редактор городского портала, расскажут о знаковых книгах в области культуры, философии и медиа. Как заявляют организаторы, они рассказывают о книгах без спойлеров. Суббота, 17:00, галерея «Виктория», вход свободный. На этой неделе киноклуб «Ракурс» приготовил для зрителей что-то интересное. Если кто-то не в курсе, то некоторые фильмы можно смотреть в Самарской областной научной библиотеке. Авторское кино одного из ведущих документалистов России и Европы Виктора Косаковского смотрите в субботу. Это ленты «Тише» и «Свято». Фильм «Тише» снят Косаковским как режиссером и оператором из окна его питерской квартиры. Героем «Свято» является шумно шалящий двухлетний сын режиссера, который познает мир и себя в этом мире. Начало показа в 16:00. Областная научная библиотека. Вход свободный. Театралы дождались открытия нового сезона. Со свежими силами артисты Самарского театра драмы рады представить вам в субботу трагикомедию «Дон Жуан» с Денисом Евневичем в главной роли. История о беззаботной жизни дерзкого юноши, написанная Мольером, поставлена и сыграна так, что дух захватывает. В воскресенье театр драмы удивит неоднозначной комедии «Тестостерон», которую уже называют «невыдуманной историей наших дней». Свадьба сорвана. Гостей в буквальном смысле накрывает шквал эмоций. Самарский академический театр драмы. Начало спектаклей в 18:00. Театр «Самарская площадь». Новый сезон встречает пополнением в труппе. Новые артисты, среди которых и выпускники Института культуры, и артисты Сызранского театра драмы, уже вошли в любимые самарцами спектакли. В субботу не пропустите постановку по фантастическому рассказу Федора Достоевского «Кроткая». Спектакль о любви и о том, как мы не умеем слышать друг друга. Чеховскую комедию «Чайка» можно будет увидеть в воскресенье в роли Ирины Аркадиной, несравненная Наталья Носова. Самарская площадь. Начало спектаклей в выходные дни в 18:00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.